Федя, давай ты пёхом, я на мопеде, возьмём тротил, полезем в дубу, а лучше вот что, а лучше к чёрту, ты любишь рощи, посадим рощу, продам квартиру, сколотим группу, поедем в Тынгу, поедем в Тынгу, поедем в Тынгу. Еще не поздно. Касается собак, тех, которые друзья человечества всего, и мои выходят тоже. Я не очень их люблю, в смысле я их не люблю. Я обычный человек, как-то ближе, не дороже. Взять, к примеру, хоть тебя. Обычный человек, нет у тебя хвоста. Ты красива, ты опрятна. Я, к примеру, подойду, дам сосиску, набери. Разве ж ты ее возьмешь, вряд ли. Как тверда моя любовь к человечеству всему. Как его не полюбить, а? За науку и культуру. Шопенгауэр, Шопен и Эйнштейн, и Эйзенштейн. Что не Галла-Бамбовский, что
не полного фигура. Представим, что Бальмонт вдруг встречает Пикассо. И не здравствуй, не привет, а обходит энергично и буквально нос сует. Он сует буквально нос. Не могу сказать куда, просто неприлично. Сосиску, милая, без спроса. Вечные и бесстрашные, как воробьи. Мы в день сочиняли две песни. Одну про себя и одну о любви. И первая песня сияющим клином вздымалась, глупейшим сияющим клином вися над вторую. И нам неразумным ей Богу казалось, что мы герои. Глупее в два раза. Любовь — это солнце, любовь — это сон. Любовное сонное солнце на грани экстаза. Все строго в миноре. И сверху рыдает гитара, и давит на жалость. За первой едва поспевая, рыдает вторая. И нам неразумно ей Богу казалось, любовь такая. Мы каждый последний звонок 25 мая встречаем друг друга в стандартной пивной. Теперь это мы все.
все, решительно все понимаем. Но песни не в день и не в год ни одной. Мы темой себя и любви исчерпали заочно, а прочие темы скучнее и односложнее. И хочется быть одновременно и пылким, и точным. И хочется быть актуальным и как бы бессрочным. Едва ли возможно. Друзья мои, скажи что-нибудь, труба там. Вот что мне было сообщено сейчас. Поэтому надо немного поговорить. Все. Как это называется? О любви.
Я экс-военный, у меня в квартире чисто. Часы на кухне и в гостиной, DVD мечтал когда-то. Я так как же стать артистом, и что с мечтами стало погляди. Я не летаю в небе по лупям бумажным, и в общем не срываю с клумбы васильки. Субъект тот самый я, кто в выходные с видом важным утром чистит стекла жёненой оки. Мой регулярный возврат домой с прохладным пойлом из баску. Едва ли виден в твое окно порою ночной. Короче, помнишь ли ты про то, как на вокзале стояли мы, расстегнув пальто, дрожали и деревяная запела, кто-то рядом завязывал шнурок. Я все и так сказать хотел тебе, дружок. И в округе авторитет незыблемой, сажусь я в экипаж. Из окон свесясь на меня взирают други, одни сплошные друг дружественно машут. Я верю в социум, хоть видит групп поддержки, хоть видит жителей подъезда моего. Однако на банальне поскользнуться пешки, а я гляжу под ноги, как же там смешно. Регулярный возврат домой с прохладным пойлом из бастурмой. Едва ли виден в твое окно порою ночной. Короче, помнишь ли ты про то, как на вокзале стояли мы, расстегнув пальто, гранжа и деревянная запела, кто-то рядом завязывал шнурок. И я все так сказать хотел тебе. Как будто крысы
разгласили законы жизни полной самоотдачи, как будто крысы провозгласили законы жизни полной самоотдачи. Почему у людей все иначе, Василий? 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 Почему у людей все иначе? Довольно давно живу на свете и обзавелся определенным кругом знакомств, который позволил нам... Это Вова Корней. Нельзя еще, да? Заходи, дорогой. Владимир Корниенко, поприветствуйте, пожалуйста. Играет на гитаре и поет. Прекрасный автор, исполнитель и... Да. Личный мой друг, между прочим, и диджей. Три минуты. Поговорим. Как, собственно, обстоят дела в данный момент? Довольно много проблем, понимаете? Это такой вот ряд хронических заболеваний возникает к этому возрасту. Чем он, собственно, отличается от того, что было 10 лет назад? Это не очень вам интересно, да? Я готов поговорить, в принципе, но на любую тему в течение 3 минут. Больше, конечно, уже будут проблемы. Это мой друг, вот, Александр. Да, на барабанах играет у нас. Александр Акмаев. Да, выдающийся у вас современник. Павел Протасов. Да, играет на бас-гитаре. Анна Левковцева. Играет на рояле. Сегодня, да, рояль. Дорогого стоит. Владимир Губатов занимается, оператор аудио на сцене. И вот наш специальный, особенный гость Владимир Корниенко. Как бы комплиментов, как бы сказать.
и бабки у подъезда считают меня за своего. Когда смешной и чистый круглый идиот встает. А теперь композиция, автор которой должен был сегодня, конечно, поприсутствовать, но не смог. Лентяй, к тому же. Что ты? Евгений Хафта. Композиция называется «Желтые ботинки». Довольно известна в узких кругах композиция. Давайте хотя бы, так сказать...
ботинки. Ожидаемый, а для нас трудоемкий сюрприз. Ну готово? Александру надо подготовиться немножко, потому что... Это удивительная машина. Я сидел на ней месяца два, короче, недолго. Все честь по чести, кузов, шины, двигатель, шаровая опора. Что там еще? Лошадиные силы. Внутри нее шумный, это шум мотора. Снаружи кажется, что внутри красиво. Интеллигентный, не отнять, не прибавить. Не курит в лифте, не засовывает свитер в руки. Единственное, но сотрудник гидрометцентра. Каждым утром за ним приезжает такая вот Волга. И Миша едет на Волге в центр, в гидрометцентр. Как он едет туда, я только предполагаю. Но в результате мы имеем вот такие прогнозы. Такие прогнозы, такую погоду, такие Волги. Такой ипотечный кредит, такую Думу. Такое радио, фильмы, футбол, магазины и прочее. Мы имеем такое вот прочее. Другой мой сосед, Ренат Тахирович. Большой любитель поговорить о своей работе. Он говорит, смотри, когда я вложу плитку, чем гордиться, примите себе подобных злиться. Это не места.
А теперь пришло время духовой секции. Андрей Соловьев. Вроде болит внутри спине, а борт из-за слова
ответит, нигде не живу, я бомж. Как странна жизнь, если негде жить. Как просто жизнь, если негде жить. Мешает людям дружить, мешает людям дружить. Мешает людям, мешает людям, мешает людям, мешает людям. И только когда тебе есть где жить, есть где жить и есть с кем дружить. Если твоя не болит спина, и в том камне не закреплена, и если денег в кармане твоем есть приличный объем, тогда ты, к примеру, берешь перо. Или, к примеру, костюм перо. Или, к примеру, гитару берешь. Любил меня так сильно, что в порыве этого чувства даже писала стихи мне хвалебные оды, восторженные оды про то, что я, ну, как будто подарок природы, что солнце светит ярче, на меня глядя, что оно восходит-то только этого взгляда ради. И в обстановке такой вот любви, и поцелуев в пупок, и в пятки, как я вырос таким мизантропом. Как я вырос таким мизантропом, это просто загадка. Поменьше мере не то, не сё. И Иван...
чаще ментов. А вот и менты тут как тут. Лейтенант Васильев больше всего на свете ненавидит урюк. И в этом смысле с ним солидарен Евгений, кандидат медицинских наук, чей зять пролетарий Витя озирается в поисках кирпича, чтоб швырнуть им фольгу. Обратно, эти чертовы листики календаря, и вернуться к бабушке в 1981 год, в день, когда я наконец поплыл и поеду на двух колесном подлод. Я кричу ей: па, иди на меня! Теперь смотрит прямо оттуда, из этого жаркого дня. И взгляд ее нежен, он нежен. Я даже сказал лучиться. Я стою перед этим взглядом, раздавленный. Стою перед этим взглядом, раздавленный. Андрей Соловьев.
Я жду. Между тем уж пол второго, как ты пойдешь по этой темноте, когда троллейбусы и те уже не ходят, одни коты. Нет, я, конечно, провожу, но надо же их встретить. Может, это надо мною шутишь ты? Ты пошутила надо мной, конечно. Теперь стоим тут, как не знаю кто. Троллейбусы, которых нет, коты и я. По этой тьме кромешной бьет ветер больный пальто. Тебе, пожалуй, было смешно, но ты же спишь. Спишь, красивая. Ерош! Шерсть ерош!
скрыт вечной музыки. Как китайцы придумали порох, англичане придумали футбольные сборные. Как мой товарищ Петр придумал систему, регулирующую с помощью крузиков угол наклона крышки над тачком. В дачной уборной умные, интеллигентные люди, инициативные люди света покоряют моря и горы, штудируют физику, живы, пишут песни. А я сижу с телефоном в руке и вру себе, что мне неинтересно, как тебя бросили света, тебя бросили света, тебя бросили света. Кроме тебя у меня никого нету, кроме тебя у меня никого нету, кроме тебя у меня никого нету. Тебя-то нету больше, точно никого нету, кроме тебя. В Андреевом доме вдруг отвалится плинтус, Андрей не будет растерян, Андрей не воскликнет: ой, не станет искать в интернете, и то, что их не приколотишь.
не значит, они плохи. Я как сантехник поутру, как голый в бане, бегу и тороплюсь, я вымуштрован вами, похлеще белки в колесе, перебираю. Thank you.
чем я и люди вокруг о такой ерунде говорим бесконечно, что бумажник не толст, что живот не упруг, что чего-то еще. Как-то не безупречно, даже брызги слюны, даже рот искривлен, даже кажется стало выше температура, а всего-то и дел, что паршивый прием в зоне отдыха нашей или в зоне культуры. А что мне прием? Я и так каждый день безо всяких приемов могу целоваться с тобою, что в карман мне вложи, какие штаны не надень, пламень нашей любви завсегда поглотит на нас новое. Что за мужчина ты? Даришь ли ты цветы? Тащишь ли ты в кусты? И кто у тебя в друзьях? Менты? Сколько раз подряд сказали, ты сможешь отжаться? Не надо ли тебе от власти скрываться? Ведь я озабоченная продолжением рода. Такая вот она судьба, сволочная порода. Может дать тебе в руку головороты, болты. Ну тогда и поглядим, в конце концов, что за мужчина ты.
Мне просто интересно, сколько выпить может мужчина, так чтобы не треснуть. И все ли свекрови сосут по литру крови в день, в час, в минуту? Не надо ли мне выходить за этого зануду замуж? Я выходила замуж два раза. Я занималась домом, я содержала дикобраза. Это ужасное животное, иголки зимой и летом. И хватит уже об этом, хватит об этом. Исполненной крутоты, если б мама твоя увидала себя, она бы гордилась, как вырос ты. Но ты привинти, попробуй, начни хотя бы крути. Но нет, ты стоишь с отверткой мамы в полнейшей растерянности. Что я должна подумать? Что я решить должна? Да, ты не принц, это ясно. Я тоже, ха-ха, не княжна. Мы оба друг друга стоили бы, кабы не пара весомых, ну. Но я не умею жить в стойле, а впрочем, не все равно, какая мне разница, где ты родился, какая разница, где ты жил, с кем ты в детском саду водился, с кем ты в школе дружил. Поступил ли ты с первого раза в вуз, служил ли в армии ты, всех этих качеств, черт возьми, мало для мужчины моей мечты. Хорошо. Вот, к примеру, как будто на улице бы дождь пошел. А мужчина моей мечты открывает зонт. Интеллигентный, интеллигентный. Никакой японки. Он берет меня за руку, ведет в безопасное место. И вот тут я понимаю, все. Что за мужчина? Ну вот и все, дорогие друзья.
хожу на концерты разные, и дома с женой на два голоса мы тоже любим попить. Потому что романсы — это, мне кажется, это прекрасно. Романсы — это прекрасно, прекрасно же, правда ведь? До работы ехать не близко, со станции Куровская. Электричка, метро, троллейбус, а я ничего, привык. У меня небольшая зарплата, она здесь у всех такая, но здесь зарплата не главная, если говорить напрямик. Я иду на работу утром, вспоминаю утро седое, нивы печальные снегом покрытые, вспоминаю я. И голубеет небо над моей головою, и золотеет солнце, и вертится земля. Звук. Артём Якушенко, скрипка. Андрей Соловьёв, труба. Владимир Корниенко, электрогитара. Анна Левковцева, рояль. Павел Протасов, бас-гитар. Дмитрий Шумилов, контрабас. Александр Ахмаев, барабанная установка. Я любитель романсов, работник сцены. Я иду на электричке к вокзалу. Жена приготовила обед с собою. Желаю удачи, милый, сказала. И втопленные в лавку мы едем. Токарь, слесарь, клерк, юристы. Учителя, врачи, инженеры. Малобюджетные артисты. Чтобы попасть на работу вовремя, надо успеть на больше 17. Конечно, нервы, конечно, трудно. И многие пьют, и многие злятся. И многие смотрят на меня с вопросом. Когда я втыкаю наушники в уши, нажимаю пуск, регулирую громкость. И слушаю, слушаю, слушаю. Большое спасибо. Чо сегодня отмечает свой день рождения здесь в клубе Алексея Козлова? Наша разница в возрасте вообще позволила бы мне
как Владимир Путин когда-то сделал, поцеловать его в живот, потому что, в принципе, он мог быть моим сыном. Но я его от души поздравляю и просто желаю ему творческих успехов и счастья большого настоящего. Больше, чем концертов играем. Да. Но котов у нас пока не завезено. Эта песня, вот надо посвятить ее, конечно, моей выдающейся жене, потому что она сидит сейчас на костылях с гипсом дома, с маленьким ребенком, отягощенное приготовлением ужина для моего юбилея. Я считаю, что мне в жизни свезло. Ты готовишь мне омлеты в неглиже. Я помню каждый уникально. Как лицо Фаберже, мы 300 лет знакомые, мужчина дома твоего лет 299 уже. На мой шаг два твоих шажка, но поступ наша уверенно равна. И легка единомыслие такое, как у нас с тобою было, разве шо, пожалуй, на пленумах ЦК. Звонила Катя, нас где-то беспомощно ждут. Час без пяти минут. И Катя остро нуждается в нас, а мы сидим тут. И виноваты в этом, разумеется, я. Thank you.
и громкость его ужасна. Мы нарвем одно и то же, и крепимся похоже, если выпивка это огне опасно. И хотя разница есть, взять хотя бы пол или манеру сочинения вершей в стол, или манеру подражания дурному примеру, или манеру утыкания глазами в пол. Остальном мы практически близнецы. Ты близняшка Москва, я близенчик любился. Если где-то странной прихоти не сходятся с концами концы, то ты отдаты в это, разумеется, я вернее. Осторожность моя, а ты другое дело, совсем другое дело. В густой темноте.
селедки труда. В густой темноте Ярослава, конечно. Все, но пасара. Спасибо.